Я, Анохина Ольга Евгеньевна, заслуженная артистка России, актриса театра Моссовета. Всю жизнь работаю в этом театре, очень люблю его. Сыграла там множество ролей, и современных, и классических, и много в Чехове играла. Вот, и кино снимаю с института. Первые мои роли были у Леонида Гайдая, у Игоря Таланкина, у Льва Кулиджанова. Вот. Сейчас тоже много снимаюсь и в сериалах, и в художественных фильмах. Но, конечно, больше люблю комедии.